Масштабный юбилей. 300 лет исполнилось подразделению по вопросу миграции МВД России. По этому случаю в областной столице состоялись торжественные мероприятия. С места событий передает наш корреспондент Вера Таран. Основы паспортизации ровно 300 лет назад заложил не кто-нибудь, а сам Петр I. Именно в 1719 году по его указу было введено такое понятие, как паспорт. Он выдавался иностранным гражданам, которые въезжали на территорию нашей страны. С этого дня учетом мигрантов до сих пор занимаются правоохранительные органы. Сегодня торжественное мероприятие по случаю юбилея службы прошло в Большом зале управления МВД России по Тверской области. Сотрудников поздравил начальник регионального ОМВД, полковник полиции Петр Пырх. Все, кто знаком со службой, прекрасно понимают, что эта служба требует серьезного труда, терпения, такта, аккуратности, порядочности и истинного патриотизма. Полицейские всегда открыты для людей и прилагают максимум усилий, чтобы каждый, кто обратился в наше подразделение, получил своевременную и квалифицированную помощь. После приветственных слов ведомственные награды были вручены наиболее отличившимся сотрудникам. Служу России! Сегодня значительное внимание уделяется упрощению процесса оформления документов, созданию комфортных условий для получения государственных услуг. Одна из приоритетных задач – обеспечить максимальное содействие нашим соотечественникам, желающим переселиться в Россию, на свою историческую родину. Служба по праву может гордиться богатой историей и традициями. Она прошла славный путь от Петровской эпохи и до наших дней, неоднократно доказывая свою важную роль в реализации прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.